Всем привет-привет! С вами я, Светлана Та, и в сегодняшнем видео я вам расскажу и поделюсь с вами кое-какими своими изменениями в моей жизни. Дело в том, что я решила пойти на пилатес. Ну, я также хожу и на зумбу, и решила вот в остальные дни пойти на пилатес. Что такое пилатес? Там делают определенные упражнения, медленно делают и обрабатывают каждую мышцу, то есть при помощи мячей, скакалок, а также ленты, эластичной ленты. Я сейчас вам все расскажу, но для того, чтобы пойти, мне сказали, чтобы я приобрела кое-какие предметы. Так вот, я хочу поделиться с вами. Вот смотрите, вот такая коробочка продается в Юсбире, в Шоках государственных, также продаются в других магазинах, но в этих магазинах можно приобрести их по скидке подешевле. То есть вот это вот все, сюда входит большой мячик, сюда входит, значит, лента эластичная, сюда входит вот, я сейчас вам все покажу, что входит. Вот эта коробка стоит 36 лир. Значит, что сюда входит? Вот такая вот лента, мы делаем определенные упражнения. Я вот очень довольна. Задействована каждая мышца, то есть после каких-то упражнений задействована каждая мышца. Очень хорошая нагрузка. Так, вот такая вот скакалка. Смотрите, прыгать буду, скакать. А это, мне кажется, тоже для укрепления мышц. Смотрите. Так, и самое главное, вот такой мяч. Видите, какой мячик? Ашкэ мой никак не мог его надуть. Хотя здесь прилагается и такой насос. Но вот он, у него не получилось, не знаю. Вы знаете, что он говорит, ты попробуй. Я хотела на него лечь, но испугалась, что он вдруг эта пробка вылетит. Он сказал, подожди, нужно наполнить его воздухом до конца. И, в общем, вот такие вот предметы. Буду заниматься и, как говорится, работать над собой, над организмом, над всеми мышцами. Готовиться к приходу весны, разрабатывать себя, то засиделась очень много возле компьютера, надо побольше двигаться, хотя движения у меня достаточно, но все-таки я решила совмещать зумбу с пилатесом, я давала это слово, в феврале месяце я начинаю, ну вот, в общем, я уже один урок пришла, сразу купила эти вещи и с новыми силами в понедельник приступлю к моей спортивной жизни. Так что вот такими обновками я хотела поделиться с вами, так как вы уже часть моей жизни. Вы сами понимаете, как вы для меня дороги. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии, подписываться на мой канал и колокольчик. Колокольчик нажимайте, чтобы получать уведомления о моих новых видео. С вами была Светлана Та. Пока-пока. Получила очередную посылку от Watson. Вот так была перевязана эта посылочка. Я сняла все, чтобы вас не обременять. Так, и сейчас посмотрим, давайте, что тут меня ждет. Посмотрите, немножко, почему они обвязали так, потому что посылка была, коробка порвалась. Мы посмотрим, что внутри, все ли пристали. Ну, такая вот, пакеты такие. Ага, вот мой крем. В этот раз я заказала себе вот такой вот крем. Мне очень нравится. Недорогое, со скидками около 60 или 70 лир, я уже не помню. Пользуюсь Лореалом, никакими недорогими кремами, обычными. Но здесь цены не указывают, здесь количество. Значит, у меня тут 5 наименований. В этот раз я мало заказала, потому что у меня было достаточно всего. И посмотрим, вот такой вот крем. Лазер 3, видите? Дневной крем. В следующий раз надо ночной заказать. У меня пока есть немного ночного крема. Ну, смотрите, красивая коробочка, баночка. Люблю я это лореаловский. Раньше я пользовалась Гарниер. В Грузии, когда жила. А вот сюда приехала,
стала пользоваться Лореалом. Ну так, что больше, что дальше там у нас? Ну, я вижу, что все на месте, ничего не потерялось. А, заказала себе такой вот крем для тела, потому что в Мерсине вода такая очень с хлоркой повышенной. И не хватает, постоянно нужно после бани использовать крема. У меня для рук отдельная, вот я до этого покупала. А, для ног повышенной, для очень сухой кожи. Не знаю, почему-то у меня... Я сначала, когда приехала, мне было настолько тяжело, мне все... Каждую минуту казалось, что у меня кожа такая сухая. Но потом вот начала покупать вот эти крема, и постоянно я мажусь после приема душа обязательно. И на ночь вот постоянно пользуюсь этими кремами. Очень хорошая марка. Неутрогена. Бислиджи, бакан, кремы. Ну, на растительный крем. Так, что там еще? Угу. Вот шампунь. В этот раз я взяла вот такой шампунь, друзья мои. Мне что нравится, я когда была в Грузии, мне сказали, что нужно пользоваться без этих разных, без химии. И вот фирма OGX предлагает вот такие хорошие шампуни. Именно такие. Сейчас я волосы у меня в очень ужасном состоянии. Тут с маслом даже. Посмотрим, как и что будет. Так я сожгла себе волосы. На себя неприятно смотреть в зеркало. Ну, взяла такую вот. Это я взяла для дочки. Хочу посылочку ей собрать, послать. Гарнир. Снятие для макияжа. И мужу взяла вот такую пенку. Он до этого раньше Нивея, а сейчас вот на жилет. Ну, в общем, все, вот такие вот посылочки у меня. Не так уж много, но... Ну, когда посылочки привозят, присылают, когда что-то новое покупаешь, всегда приятно. Вот таким кремом буду пользоваться. Подписывайтесь на мой канал. Со мной вам будет очень интересно. С вами была Светлана Ата.